Третья котельная, которая обеспечивает теплом и горячей водой социальные объекты и дома в центре Сочи, была капитально отремонтирована в прошлом году. Но основные работы по замене оборудования провели этим летом и осенью. В котельной на улице Юных Ленинцев установлены новые насосы, фильтры, теплообменные аппараты и заменена вся система трубопроводов. По словам специалистов, современное оборудование значительно сокращает энергопотребление и вероятность образования коррозии. Плановые работы по подготовке к зиме уже завершаются. Сейчас рабочие занимаются теплоизоляцией, чтобы избежать потерь градусов зимой. У нас основная проблема была, это улица Гагарина, 7, это практически тупиковая часть. Вот. Но дополнительно наряду с этим мы провели работы по увеличению диаметра трубопровода в районе улицы Красноармейская, 6 и Красноармейская, 4, а также по улице Гагарина, 7. Соответственно, в этом году это у нас проблемы не будет. После того, как мы завершаем сейчас вот эти котельные, мы выходим на тепловые сети, на трассы, на колодцы, на камеры, работаем с управляющими компаниями для того, чтобы улучшить теплоснабжение, отрегулировать и наладить эти сети. Всего же по центральному району в этом году была проведена реконструкция 5 котельных и отремонтированы почти 130 километров теплосетей. Эти работы велись по поручению главы города для обеспечения стабильной поставки тепла и горячей воды жителям курорта.